не собираются. Да, и то они умеют делать тоже замечательно. А Чайковский и Хиетанин. Сейчас пара защитников, и меняется система даже розыгрыша. Хиетанин караулил свои шансы, а подкараулил, как обычно, Яшкин. Есть гол номер 37. Он сравнялся с великим, с легендарным Александром Мальцевым по количеству голов за «Динамо» за один сезон. И еще не вечер. 4-0. «Динамо» впереди. 3 из 3 в большинстве. Ну и передавала нам Дарья Миронова слова тренера штаба московского «Динамо». Не останавливаться, не останавливаться. И сегодня большинство хозяев выглядит, ну, на самом деле, страшно. А оружием в руках, в особенности, вот этих вот двух джентльменов, Яшкина и Шипачева. Ну и здесь такая сильная передача в расчете на то, что Яшкин свое единоборство, по крайней мере, выдержит и сохранит клюшку на льду. А там достаточно одного касания. И...